мышление происходит у вас там под капотом. Не в словах, не в инструкциях. Нету книги, которую можете прочесть, и она изменит вас. Нету такой книги. Нету человека. И моя не меняет. Люди прочитали? Ну, вы сами пишете. Читал книгу, все было понятно так. Что-то пришел какое-то недоумение. Вы видите, в чем дело, да? Да вот, потому что когда вы читаете, вы слышите слова, из этих слов собираете то, что у вас там соберется. Вы не соберете ничего нового. У вас просто есть матрица, как собирать из этих слов. О, ну я тоже так думаю. Меня это всегда пугает.